просто вселенная. Красота. А мы этим летом поставим бассейн? Посмотрим. Удобно ли тебе, красавица? И на улице 8 треф. On English right now. Тара в мире так, что хочется скрыться. Я это сама не понаслышке знаю. Знаю тра-та-ти, та-тара-та-тара. Я не помню, короче, слов. Всем привет, доброе утро. И влог я начинаю с того, что я сейчас поделаю по дому кое-какие дела. И да, поеду к Кристине. Еще мне позвонил курьер, мне надо забрать свою посылочку какую-то из Гонконга. А еще, знаете, люблю этот момент, когда ты вот все сделал, понимаете, ты молодец, все сделал, и там что-то там стирается, да, здесь выводится фильм. Я молодец, я могу покушать, включить любимый сериал, пока все это готовится. Вот, и да, сегодня мы к Кристине едем, сейчас я доделаю дела, я там стираю детские коврики, и, в общем-то, мы соберемся с вами и пойдем заберем посылочку, поймаем его курьера где-то, и поедем к Кристине в гости. И я еще раз уточню про рецепт вот этот вот скумбрии, помните, которая засаливала тетя Таня, просто я чуть не проглотила пальцы вместе с этой скумбрией, а Кристина говорит, я тоже засаливала, я сама в шоке, как это просто и вкусно, и вот я приеду к ней, она мне еще напомнит, как это делается все, да. И прям, может быть, даже в этом же влоге мы с вами засолим скумбрию и посмотрите, как это просто, а главное, вкусно. Так, ну что, я наконец-таки привела в порядок прихожую. Везде помыла. А, лайфхак хотела рассказать. Я стираю вот эти коврики, о которых вам рассказывала. Может быть, в фикс-прайсе. Короче, я их в фикс-прайсе брала, 4 штуки взяла, и я вот стираю. И лайфхак, чтобы отдельно не стирать вот эти вот валики для моей швабры, я их кидаю, вот сейчас, ну, помыла полы, да, и я кидаю. И одни, и вторые, потому что я их уже 2 раза мыла, ну, полы, я имею в виду, да, можно постирать, и можно постирать это все вместе с этими ковриками, да, чтобы не с вещами там и не отдельно. И еще, знаете, что я использую? Мне вот этот вот лоск, колор, вообще не нравится. Он делает грубое белье. Ну, лично мне не нравится. Вот то, чем я использую Faberlic, мне больше нравится. Поэтому мне надо быстрее закончить. И как раз-таки вот такие половые принадлежности я стираю вот этими штуками. Вот так вот раз, и все. На сколько поставлю? На 15 минут, наверное, поставлю. У меня, в принципе, за 15 минут супер быстро. Все быстро стирается. Вот так, супер быстро. Заодно проверю. Все. Ой, ну что, мой хороший, опять я чувствую себя такой молодец. Вот себя не похвалишь сама, никто не похвалит. Все доубирала, все доперестирала, ни одной вещички прям нету, которую надо стирать. Все везде помыла, все везде повыдраивала. Вот, осталось разобраться мне с вещами. Вот, балкон скоро будем разбирать, делать уже, да прихожую я же хочу скорее сделать, короче, планов много, солнышко светит, энергия, прилив, вот, и все, я выехала, сейчас быстро получу посылку, как раз мы договорились пересечься с курьером, и бегу к Кристюше, она меня ждет. Вот такая вот здоровая машина, а что у меня грязные окна? Я нормально, я еду, вот у меня мама всегда, она, я все помою, все вычищу, чтобы все блестело. А я пофиг, я могу даже не заметить, что у меня грязные стекла, представляете? Так, все, едем дальше. Эта машина выдала мне посылочку. Вот она такая посылка. Здоровенькая. И все. Мы отправляемся к нашему крестику Нолику. Я соскучилась, не могу. Ну и, соответственно, жилище новое посмотреть тоже кайф. Смотрите, как красиво. Привет, крошка. Подожди, крошка. Крис, посмотрите. Как... Привет. А, Крис, ты, извини, твой вид с окна. Всем привет, да, Кристюшек. Пришла в гости, посмотрите, какой у нее вид с окна. Я говорю, Крис, ты, наверное, стоишь так с кровати, так становишься, руки открываешь вот так. И я такая... не приубралась просто. И такая, люблю тебя, вселенная. Потому что здесь все видно, понимаете, вы всю вселенную. Кстати, видно, походу, вон, вселенный дом. Да, вот там, ну, где-то там мои дома. Ну, если вот это грязь убрать. Да. Слушай, моя дорогая, приезжай, помогай мыть. Мне вот девочки писали Селену под это. Я говорю, большие окна, да, большие окна. Представляете, как их мыть? Будет нелегко. Хотя ты знаешь, Кристин, что сейчас есть специальные штуки. Намазал и скребком. Раз вниз, два. У вас нет еще такой? Даже раз, два.
Что-что? На втором этаже, как я тебе раз была. Да, ну мне надо лестницу с той стороны. А, ну с той стороны. Ты будешь сама, дорогая моя, вылазить вот так вот. Ты ж высокая у нас. Ну, это ж я тебе по пояс, а ты такая вылезла. С той стороны чутка сложнее, но мы справимся. Я уже Кристине говорю: Кристин, будешь делать лестницу когда-то, имея в виду, ребенок у нас, чтобы это лестница качественная была. Качественная лестница. Красота. А, можно. Сейчас могу себе позволить можно. Делать все. Можно, можно вообще вот так бросать прям шкурки на пол. Я подмела, я даже попылесосила. У нас не бетон, а какая-то вот. Семки не будем щелкать. Семки на пол. Не будем. Ладно, сюда. Чисто пакеты ну, раскидывать. Ну, вот у них, смотри, вот на видео. Короче, я не буду много показывать, как тут у Кристинки, потому что у нее отдельное видео. Если ты там все показала видео в своем. Да. Да, у нее здесь, короче, вообще круто. У нее вообще здесь и гардеробная своя, санузел. Я хотела эту кладовочку, а Селена мне сейчас тут надоумила. Гардеробная. Я уже пожалела, что я тут заложила. Что это такое? Вытрулась, девочки. Еще вытрет, плохо. Да что вы грязнули такие? Чистенький, о, умыла вас. Ну так вот, я хотела, ну не хотела, я что-то эту кладовку сделала, пожалела, что заложила. Селена сейчас мне говорит: да у тебя все нормально, правильно, что заложила. Я увидела, говорю, да. Гардеробная. А она говорит: какая гардеробная? Это кладовка. Я говорю: зачем тебе кладовка? Мы же лакшери дивы, нам нужны гардеробные. Зачем тебе кладовка? Так тут это место столько. Я вообще-то соленья варенье. Что значит, зачем мне кладовка? У меня банок, видела сколько? Подожди, у тебя еще есть первый этаж. Первый этаж можно заставить. Весь первый этаж. Ну не, мы посмотрим, что. Да, посмотри, под лестницей у тебя, смотри, сколько места. Вон. Там да. Тоже ж вы красиво сделаете. И там пока. Там елка стоит, посмотрите. С фиг спаси. Happy New Year! Happy кстати, New Year! Я жду, пока отпадет. Палец? Или ноготь? Кстати, новый тренд, честно. Я не поняла, я у тебя на видео видела это. Новый тренд. Это новый тренд. Вот. У тебя старое видео-влог было, да? Где у тебя френч по кончику идет? Да? Да. Нет, ну получается, я когда вселялась, я как раз накануне переделала ногти. Ты видишь мои ногти? Я собиралась сделать такой френчик, чтобы по кончику было. Я перед тем, как ехать в маникюрную, я смотрю, что у тебя такой, я думаю, ну ладно, не буду такой же, как у тебя делать. Приезжаю, у нее другой. Так я же уже пора ходила с теми. Ну, так я же не знала, видишь, мы с тобой редко видимся. Мы же редко видимся. Ну что теперь, на расстоянии. Нам нужно, кстати, сигналы какие-нибудь попридумать себе, чтобы друг другу маяковать. Ну пойдем вниз, давай, мне лекарство надо выпить и поехали. Я хотела в эти рубашки, но что-то она, оказывается, мне не идет, рубашка. А, да, ой, слушай, Лянь, хорошо вот в этом. И как раз черные ботинки, которые мы брали. Крис, смотрите, меня встречает уже сразу. Типа, бери в руки и крась, помогай. Перекрестный влог. Да. Смотрите, какая Света яркая. Света приехала и сразу малёк. Кэблы какие, видите, кэблы. Да все те же, да. Говорит, да. Это. Так я не пойму, смотри, это у нас огород большой будет такой. Мы будем что-нибудь сажать с тобой или нет? Или вы заасфальтируете какую-то часть? Скажи мне. Какие лично у тебя... мы? Мы с тобой. Мы с тобой что будем делать вот с этим делом? Хочу, Селена. Я хочу, чтобы ты конкретно приехала. И мы решили, да? Да. Здесь все-таки на еще две машины, потому что вдруг ты... У Дэниел будет машина скоро. Когда подрастет, да. Поэтому я считаю, нужно двор сделать на 4 машины. Здесь предполагается на 2. На 2 семьи, правильно? Как? Слышишь это? Прямо, нет, прямо в канал. А серьезно, у тебя вообще какое видение вот этого пространства? Серьезно говорю. Серьезно говорю, вот так на 4. Ну правильно, вот согласитесь. Вот так вот. Ну, я, конечно, Крис, вот если мое мнение имеет. Нет. Если мое мнение имеет, смысл? Нет. Кристюша, а что за чемоданчик ты взяла с собой? Мой красный чемоданчик. В нём потайной. Так больше экспрессии. Вот так. Мой красный чемоданчик. Нет, ну подожди, кто-то вот так, а я вот. А ты так немножко, да? Придерживаешь коней. Ты на выбор все, я надеюсь. Ты не привезла эту сумочку, помнишь? Откуда? Это было 10 лет назад. Да, это сумка, кстати, с Канады. Да. С Канады или с Мальты? Нет. А, или с Мальты. Либо с Мальты, либо с Канады. Но она у меня, короче, от времени стала трескаться. Или с Мальты. Ну да, конечно, это же не Луи Виттон.
Подожди, она с душой, она мне отслужила. У меня красный кошелек спрятан с долларами. Кристина, даже с душой сумки. Цветы вянут, сумки портятся, понимаешь? Поэтому оставляю здесь. Тут у меня кое-что. Ну, забирай. Что, в руках понесу? Ну ладно, до мусорки до первой дойдем, да? Не, на самом деле хорошая сумка, но уже не для тебя. Если бы ты не знала, сколько ей лет. Не тот статус уже. Если бы я не знала, что это я подарила, я бы сказала, что за ужас вообще. А ты тогда порывалась, когда... Я только такая, что это, Кристина такая, да ты дарила. Я, ну да, хорошая сумка. Стоит такая, стоит Селина такая, что за сумка? Я говорю, ты когда что дарила? А, да? Ну пусть стоит тогда сюда. Пошли. Да, подожди, я хотела узнать твои планы. Сейчас, one second, там не рабочие просто. Так, все, задание дала всем. Ты скажи мне, вот, ну, реально, вот, ты мое мнение спросила, да? Я же сказала, да, чтобы я предполагала. Но я вообще за асфальт. Вот. Вот, ну, чтобы, как... вот так, чтобы ну, было, вот, да? Да, на 4 машины. А если делать огород? Ты будешь вообще огород делать? Ты хочешь сажать помидорчики, огурчики, ну что-нибудь, ну чисто на будущее. С одной стороны, хотелось бы, с другой стороны, теплицу, говорят, дорого содержать, я ее не потяну. Не теплицу, а вот как у вас на той квартире, на том доме было, не хочешь так? То там мама все выращивала, здесь мне некому смотреть, хоть она и по соседству, но как бы... Не хочу. Хорошо. Я максимум хочу просить маму, чтобы она вот типа рос, вот, или может быть виноградник развела. Вот красота. Вот, виноградник, розы, вот в той части. В той зоне. Ну тогда я с тобой согласна, давай все заасфальтируем. И бассейн, мы этим летом поставим бассейн? Посмотрим. Надо поставить, ну где вам купаться, загорать? Ну лакшери мы будем ходить. Подожди, ну у нас речка есть, да? Но к речке тоже спуск. Говорят, к речке, мама тоже говорит, что в принципе здесь можно окунаться, прикинь. Ну окунаться, не знаю, я бы тазик рядом поставила. Бассейн. Она зеленая, натуральная природа. А ну-ка, я так хочу воочию посмотреть, сколько места. Не, я не погрязи, я до асфальта. Ой, Кристюш, я представляю, конечно, сколько будет стоить нам все это заасфальтировать. В долги влезем, в кредиты. Вот смотри, место. Сколько помидоров, сразу сеточка уже для того, чтобы огородить. Да. Слушай, а там еще спуск, там еще столько же места, да? А, то, кстати, уже не в моей собственности. 2 метра до речки уже не в моей собственности. А, твое до окраины, да? Да. До Украины. Так, и вот смотри. А, вот здесь мы будем загорать, кстати, чуть что, да? Смотри, вот мне нравится вот эта темка. Да. Не, загорать вот тут сейчас вот тень, например. Да, вот тут прям, тут вырыто прям для загара. Да. Ну да, здесь тень как бы, ну да, да. Слушай, ну пока, мы заработаем денег на вот это вот все, я не знаю, надо тебе организовать этот донейшн, чтобы тебе донаты кидали, понимаешь? Подмогу как-то. Спонсор всего этого дела, да. Но у нас пока есть вот там местечко. Кстати, не обессудьте на мою пушистую прическу, как лухари селе не попало, не лухари. Потому что а что у тебя так блестит красиво? Да я ж напшикала штучка, блин, мне нравится. Мне нравится, да. Я не поняла во влоге, когда начали пшикать все вокруг и стены. Я тебе не показала, у меня очень выручает, красиво. Да, вот оно, особенно если корни отросли, то есть переливать, потому что солнце. Завтра скорее должна. Если кто-то говорит, что это, седина бьет, то нет, это блестки. Год суби, блестки специальные, да. Короче, ну пока мы будем загорать с тобой здесь. Как раз малой в садике. Пока малой в садике. У нас есть вот уголочек, мы тут где-нибудь раз присели, загорели, вот так. Опа, загорели, встали, пошли пить чай. Да, ну класс. Так. Ура, мы с Кристиной объезжаем просто в Ондон. И все, наша бургерная за углом, кстати, вообще рядом с тобой. Ну, Кристюша, растеряша. Ой, а как у нее часы-то блестят, бриллианты. Бриллианты, часы, карат или как? Часы блестят, эти часы напротив. Удобно ли тебе, красавица? Удобно ли тебе, милая? Не устаешь? Ой, я вот у меня икры прям качаются. А то можем прибавить шаг. Да ты же. Да я почувствую уже завтра, когда. А такая иду, думаю, что ты это, Крис, медленно, ты вспоминаешь. Медленно? Ну чуть-чуть медленнее меня. Я быстрее тебя иду. Да? Так, все, нам вот сюда заворачивать. У нас пешеходка. А, так, красный. Да, мы сейчас нашу бургерную найдем.
Нет, не маркиза. Слушай, я считаю, им нужно... Девочки, ну что, мы приехали с Крестюшей, вот ждем наши бургеры. Первый раз в этой бургерной, смотрите, как здесь уютненько, в принципе, аккуратненько. Я на диванчике сижу, не знаю, Кристина сразу села на стул, я не знаю, что... Да? Не любит, наверное, диванчики. Нет, я не на стул, я просто... Мы даже в поезде, когда с тобой ездим, мне вот эта сторона, что мне больше нравится. Ну, короче, мы ждем бургеры, сейчас покажем. Заказали прям какие-то фирмитосные, необычные. Я дошла до половины бургера и уже прям наелась хорошенечко. Кристинка доедает, помнишь? Да я доем, тоже он вкусный, обалденный. Ой, ну девочки, мы поели просто идти вот так, смотрите. Теперь мы одинаково с Кристиной медленно идем, вот. Не торопыга. Быстро нельзя идти, а то будет поджелудочно или что-то. Да, надо, чтобы жирочек, узелочек завязался. Вообще полежать бы хорошо. Я сейчас полежу у тебя в машине. А тебе нужно смотреть. А мне нужно педали крутить, мне работать нужно. Педали крутить. Короче, погода просто вообще, ну, сказка. Сшибательно. Magic. Perfect. Что еще ты по-английски? Знаешь, какие слова? Super. Superstar. Super street. Super weather. It's wonderful. Thank you. Do you speak English? Yes, I speak English a little bit, and you? And I? Little big. Little big. Или little bit. Little beetle. Little beetle. Okay. We can speak English? Little bit. Okay, okay. A little big. Сзади okay? нас, за нами кто-то идет. Follow us. Я думала, он нас преследует. Он нас преследует. Please, speak English. Chris. What you... Аккуратно, тут люк. Okay, okay, baby, thank you. А so, ты слышала, что... How do you do? Что-то там это... I don't understand you. Как у тебя прям как... По-английски. И уронила. Как бы же... Dangerous. Нет, dangerous это опасно. Да. А осторожно. Внимание. Осторожно? Осторожно. Вот скажите, как осторожно? Я забыла. Осторожно. Окей, я буду dangerous говорить, because... Because I don't remember how... Because... How осторожно speak. Мне кажется, how tell. Мне кажется, тебя бы приняли за свою. Yeah, you can tell. I think. I think okay? About you. What do you think about me? Oh yeah, yo. Serena Ivanovna. Serena Ivanovna. Ты помнишь? Serena, Сочи, not Selena. Остановка. Yeah. Горки город. Горки город, да. Остановка. Горки город. По English. Помнишь? По English. Remember? Я тоже такой англичанин. Remember? Говорю, что это. I remember. Remember? I remember. Go. Green. Green sweat. Green color. Green color, and we go sun. To green color sun. We cross. what? Oh. Repeat, please. Repeat, remember. Yes. Вот с этим видео можно изучать английский язык. Yeah, of course, like this. Like now. We learn English right now. Ой, ты сегодня... You today... Today. I'm today. 5 minutes speak English book. 5 minutes speak English book. Oh. About it. Learn. At close. Closes. Learn. Oh. You favorite lion. You like eat lion. Yes. I don't. I know. I don't. No. Ah, lion. No lion. No lion. No, no. Don't lion. Селена, видео запатентовать и продавать. I listen because English. Because expensive.
Девочки, представляете, мы сейчас идем, и на улице 8 треф. Смотрите, 8 треф. 8 треф. Треф, трэш. Девочки, скажите мне, пожалуйста, кто разбирается в картах? Что это значит? What is it? Please tell me, what is it? What mean? Это quest. Да, мне... Куда нам идти теперь? It's very interesting. I don't know. Car, your car. No, mister. You know where we... No. What? You know where my car? Oh, what? 8 треф. Это куда-то ее эвакуировали. Надо теперь найти. А, тут просто знак, да? Мне кажется, короче, кто разбирается в картах, вот если бы карта вот так, знаете, вода, скажешь, выпадает. Что знает? 8 треф. Нормально вообще? Нормально все будет у меня? У нас. Мы же вместе нашли. Хотя я увидела. Да, да, да. Типа мои глазеньки. Yes, yes, no, no. Where? Yes, yes, no, no. Yes, a show. Здесь еще все, 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 все. В общем, мы сели в тепло. Все равно, как бы идешь, а вот сели, классненько, да? Да, 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 классно. Нам бы вот сейчас вот так погреться, полежать бы, полежать и посмотреть киношечку. Где твой сок? В пакете вот. Можно я его допью? Хочешь допить? Блин, да там 2 глотка осталось, ну, Селен. Мне кажется, больше. Это же такие глотки. Вот смотри, сколько я сейчас делаю глотков. Ты походу сейчас в один глоток. Нет, у меня вот такие, смотри. Да ты мне это что? Вот таких 2 сделай. Нет, я хочу хороших. Ну ты меня оставь чуть-чуть. Твой лакшери часы намочить. Подожди. Давай тряпку. Сейчас, я не знаю, бургером вытрешься? Нет, не пострадали. Я не знаю. Мои лакшери часы. Зато твоя машина, она вся в крови. Да ладно, я ее собираюсь все равно. Блин, и получается, сок никому не достался. Почему? Остался еще такой же лоток. Подожди, я не вижу только это. Чем вытрясти тебе? Пойми. Ты пойми, блин, а вон машину надо, а то поприлипнет, блин. Да я все равно собираюсь ее на чистку отдавать полную. Блин. У тебя нет в сумке твоей лакшери? Я к тебе приеду, у тебя много вещей, я у тебя возьму новые вещи. Как раз будет повод что-нибудь у тебя забрать. Подожди, не спеши. Мы блогеры. Нам нужно запилить контент. Можно я в сторис тебе сниму? А после людей... Просто этого, мне кажется, уже не солидно. После людей догадаются, что ты делал? У тебя не идеи мне свои подкидываешь. Что тут вот красное, да? Девочки, тут произошло ЧП. Уже не льется хоть? Не льется уже. Да мне Селена по лицу ударила, он кровь пошла с носа, блин. Как вы думаете, что с Кристиной произошло? Напишите, ты больше так не делай, взяла с локтя меня. Подожди, я же загадку загадала. А ты все... Это подсказка. Это подсказка. Это подсказка, что что-то другое. Смотрите. Мало ли что потекло с носа. Блогеры, так, знаете, теперь что? Теперь она сидит мокрая. Да ладно, то, что я мокрая, все липкое будет. Ну, я поняла, да. Ну, давай еще маленький такой же сделай, когда дочка, и тебе остальное. Вот не достанься же ты никому. Взгляд ослика я. Какой глоток она сделает? Такой же, как я, или опять микро? Так. Ну давай. Нет, ты что хочешь, да мы тебе помыли в смородине все. Тоже можно плеваться вообще. Как у тебя в квартире можно, ты что, пакеты раскидывать? Слушай, это очень содержательное видео будет. Мало того, что английский, во-вторых, все нутро наше, квартира. Строительство. Все. Да. Наш дом показали. Все, давай за руль, а я буду пить. Получилось, смогу. Смотри. И что, вот это сейчас разом выпьешь? Да. Ну, покажи. Ну, клянусь, все. Сейчас мы настоим еще на 100 рублей. Ну, ладно, давай. Мы уже отдала 100 рублей за стоянку, давай, сейчас еще настоим тут на 100 рублей. Ну, первый раз ты вот это вот, конечно, вообще, фонтан, да? Тебе смородиновый фонтан. И вытереть нечем. Вот это вот. А, у меня там полный мешок василька. Василька? Можно носки какие-нибудь?
Ой, мне очень нравится Василек, поэтому нет, все-таки пусть она у тебя... Да кому он не нравится? Он всем нравится. Все любят. Любимый же Василек. Любимый Василечек. Такие бутылки, вот как с ней пить? То ли как со стаканчика, да, то ли вот так. А как ты пьешь? Я как со стаканчиком. Ты вот так, да? Да, микро глотки. Ну давай, выключай камеру, я буду пить, как я пью обычно. Давай, покажи всем класс. Обычное питье Кристины. Ну что, пришли мы с Кристиной очкой в садик, я спряталась за Кристину. Дэня гуляет, что там, ни на что не обращает внимания, и увидел вдруг Кристину. Бежит, Кристина! И он говорит, привет, Кристина! Привет, Кристина, говорит, да. Прикольно. Так, ко мне переезжает Кристина, повернись, покажи, что ты с вещами, а то они не поверят. Можно у тебя пожить чуть-чуть? Ну да. Селена, можно у тебя пожить? Да, да. Я не знаю, что ты отвечаешь, что поедем. Мы идем. Да, давай, я хочу подснять тебя. Все вещи собрала. Так, мы пришли домой, Кристинка разлила чай, потому что ее укусила Мила. Ну, она меня больше напугала. Напугала Кристинку, да. Ну что, крошечки мои, мы дома. Кристинка уже сняла видео, успела, да? Да. Деньку искупали. Че у тебя? Видеоконкурс. Видеоконкурс, кстати, да, у нее скоро будут отличные подарки. Будут. У тебя когда это видео ты планируешь? На днях. Послезавтра. На днях, короче. Примерно как выйдет это. В общем, это, Кристинкин канал я ставлю под видео, вы подпишитесь и не пропустите конкурс. У нее там покрывало, она 3 разыгрывает. Вкусняшки и 3 обалденные книги, очень полезные. Вот. А сейчас мы с Кристинкой решили на ночь хряпнуть ананасика. Честно говоря, ты разбираешься в них, они, какой он, ну, спелый, не спелый? Я не разбираюсь, честно. А прикинь, если мы сейчас разрежем, а он... Пятерочки было? Не спелый, нет, в ленте. Да нормально, желтый, вкусный, я вижу. Короче, сейчас я попробую его. Разрезать. Ни разу, девочки, я этого не делала. Вообще, есть какая-то специальная... Да, жизнь. Да, есть как-то дело. Я сама не умею. А ты не видела, как тогда... Надо что, вот эту жопу отрезать? Верхушка как-то. Верхушку, да? А давай в интернете посмотрим. Да, лучше. Так, мы с Кристиной сейчас посмотрели видео. Оказывается, что это ягода. Ананас ягода, ты знала вообще? Нет. И что нож нам нужен будет только для того, чтобы вот это вот отрезать. Смотрите. Ой, вроде мягко идет. А дальше все очень просто. Парень там сказал, что вот это вот вообще это отдельные штуки, которые можно... Это ягоды отдельные. Ягоды, которые можно просто отрывать. Но что-то он, по-моему, нас обманул. Типа просто берете вот так руками, понимаете? Это сросшиеся ягоды со временем эволюции. Да, вот так вот как-то прям показано там было легко. Вот так берете и кушаете все. Ну что-то нелегко, он очень твердый. Давай так и есть, вот так. Отрезай мне тоже. Твердые. Блин. Попробуй. Да давай дольками есть, да и все. Так многие тоже едят. Не обязательно весь его чистить. Вот просто, да. Спасибо. Твердый же, да? Вкусный. Может, я понастояться по-хорошему? Ну, кто так делает, Леонид? Я. Я такая, а ел арбузы, дыни. А, нет, дыньки. Я хочу просто попробовать здесь, хоть будет мягкая чуть-чуть. Нет, она тоже твердая. И не очень сладкая. Мамочка, куда? Мне понравилось. Селена говорит, невкусно. Но мы уже половину съели. Короче, мы решили вот так его в итоге есть, как арбузик. И нормально. Но он на самом деле твердоватый. Я говорю, надо съесть. Надо весь съесть. Потому что я без Кристины его не буду, наверное, есть. Ну что, мои хорошие. Денька, иди к нам. Мы с тобой барбарики. Короче говоря, мы все идем спать. Сейчас время без 5:10. А вот укладывать малыша нашего. Да, Дэнь? Давай. Давай. Как мы тебя будем укладывать? Вот так вот давай ложись. А-а-а. Да? Да. Ты так нет, уже нет. Уже так нет. Давай, как ты будешь спать? Да. Ложись. Давай, ложись. Свет выключай. Выключай свет. Давай. Выключай. Я тоже хочу спать. Давай, иди ложись к мамочке сюда. Давай, и как мама будет тебя укладывать? Да? А что ты ногу за ногу положила? Кто так уснёт вообще? Нога за ногу. А? Жопка. Короче, ты спать хочешь, Крис, уже, да? Ну, я вообще всегда ложусь в 10, да, где-то так.
Ну и что, мы, получается, с тобой просто пойдем тупо спать, что ли? Ты во сколько встала? 6:30. Где ты даешь? Ложись тоже, отдыхай. Ну да, не, я могу сейчас малого уложить, и я могу с ним уснуть резко, потому что мне с ним сладенько. А я буду ждать тебя. Ты будешь ждать? Дай мне постельную. А, да, постельную точно. Да так, спи наливаешь. А, ну, в принципе, могу и так. У тебя такое нежное там все. Ну да. Я ж только постирала. Все это, все чисто. Сколько ты теперь видео раз, это, сколько видео штук, где ты все убираешь, стираешь? Я убираю видео, стираю, каждый влог. Говорю, что я чудо-женщина, чудо-мать, чтобы люди привыкали. Что ты не просто лакшери, еще и чудо. Да, что еще я делаю в видео? Чича. Что еще в своих видео делаю? Ешь. Полезного. Ешь, готовлю. Ну, готовлю не в каждом видео. Ай, блин. Да что случилось? Кристинка ноготь сорвала, представляете? Она его полностью сорвала. Это она вам показывала в видео, типа, а, удар. У нее просто полностью сорван ноготь. Его просто тупо нет. Не, ну он еще ситуация. Нет, он есть, но он держится там вот на, это, на кутикуле. Да, на корню. Уже подвалился, не мучил меня. То, даже, мне кажется, уже под ногтем все зажило. Нет, да, уже, там уже началось новое расти уже. Уже новый ноготь начал. Не, он будет из-под кутикулы, мне кажется, вылазить. Или ты думаешь, он растет? Равномерно он вылазит из кожи равномерно. Из кожи вылазит? Ну вот, смотри, видишь? Вот это? Нет, с краю это кожица, а вот там дальше, смотри, видишь, вон там. Ты думаешь, это ноготь? Да. Мне кажется, это кожа, просто чуть-чуть другая. Нет, это вон, смотри, это уже роговешие. Да ноготь, он же... Ноготь, он из кутикулы лезет. И как? Значит, из кутикулы. Он нарастает много пластинок, поэтому он может кривой, вот я чего боюсь. Он как бы чтобы отсюда, он... я думала, растет. Как занавеска, да, такая закрывать ноготь. Нет? Нет. Он может, когда вот новый, он нарастает, по-моему, серединки там. Знаете, Google в помощь, вот как я говорю, я вот прям забиваю, как растет ноготь. Откуда растет ноготь? На руке. Да, надо с смотреть. Пальца. А мне кажется, знаете, как росомаха так. Оттуда, откуда-то. Только у нас медленнее. У него резко, у нас долго. Он нарастает пластинками. Так что береги ногти. Надо посмотреть это дело. Береги ногти. В общем, да, мы идем спать. Завтра я иду краситься, но это будет отдельное видео, как я завтра иду краситься, поэтому завтра мы еще с вами проведем утро вместе. Вот. И потом, когда мы уже пойдем краситься, это уже будут новые отдельные видео, ну, чтобы как бы не мешать все в кашу. Я не люблю, честно говоря, мешать все, знаете, вот. Хочется как-то... А мешаешь, да? Не люблю. Нет, я не мешаю. Не мешаю. Шатя. Я, наоборот, так, разделяю. Разделяю и благо. Возможно, да, надо узнать, будет параллельно делать мне или нет. Представляете, девочки, уже собираемся укладываться спать. Данька что-то ко мне подходит, такое что-то это болит, что-то откашливается, непонятно. Я думала, может, в горле что-то застряло. И тут, короче, на 2 секунды, 1-2, и все, и вырвал. Вот интересно мне. Я просто слышала, что, ну, как бы понять причину, да, этого. Я просто слышала, что... Если, например, человек отравился, да, или съел что-то не то, то получается, если он вечером съел что-то не то, то утром его, ну, ему будет плохо, да, то есть его будет рвать. Если человек утром что-то съел не то, то его вечером будет рвать, то есть там какое-то время должно пройти. Я так понимаю, что утром мы не завтракали вообще, я его сразу отдала в садик, они в садике кушали. А вечером, получается, он пришел, но сейчас время, то есть... А что он дома поел? Да ничего он толком не поел. Творожок он не стал есть. Да? Или стал? Или пол творожка съел био-йогурт? Био-йогурт свежий, 30.03. Еще, блин, полмесяца. Что он еще съел? Бутерброд с сыром. Но там все свежее. Все, и воду пил. Короче, ну вроде ему легче сейчас. Пошли спать. Вот тебе на ночь. Ну что, мои хорошие, доброе утро. Мы проснулись. Вот мой карапузик. В садик идем, да? Нет.
Зай, ну тебе же садик нравится? Нет. В смысле? Ты же говорил, нравится. Я не хочу. Ну, он передумает, я уверена. Просто утро, и, конечно, никуда не хочется. Не вставать не хочется, бодрствовать не хочется. Да? А время уже нам выходить, 7:35. Так что сейчас я делаю еще глоточек кофе и выхожу. Кристинка там сидит, но я ее показывать не буду, она в труселях. Не надо. Ти-ти-ти-ти. Ты кофе пьешь? А, не, она с утра пьет водичку. В общем, сейчас я Деньку отвезу. Вот, она оденется к тому времени, и я ее покажу. Ой, девочки, мы вышли, представляете? А на улице дождь, Денька весь мокрый уже. Но он такой, знаете, дождь ненавязчивый вообще, моросящий еле-еле. Но мы уже мокрые полностью. Погода шик-блеск, ветра нет. Очень балдежно прям. Мне аж хочется взять Кристину и сказать: Крис, пойдем погуляем сегодня. Хотя, ну, дождик как бы не очень, но тем не менее. Так, ну что, мои хорошие, Кристюшечка уже, я ее могу и показывать. Мы уже почти оделись, но я только в труселях сижу. А, блин, мы закипятили чайник? Ну, поставим закипятить. Я все равно домой. Давай-давай, мама показывала лайфхак. Давай поедим сначала. Я не могу. Давай. А, ну да, гамбургер. Гамбургер, смотрите, мы поделили напополам его вот это так вот. Это вчерашний. Вчерашний, да, смотрите, какой кусок мяса здесь, обалдеть, вкусненький. Так, ну все, держи. Спасибо. Я чуть-чуть разогрела на одну минутку. Такая мягкая булка. Блин, сразу стала. А какой есть? Да по частям, мне кажется. Тебе дать ножик, вилку? Или так? Не да так будем, да? Самый кайф, знаете, как вот есть, вот как это называется, как бичи, да? По-простецки, да. По-простецки, да, по-свойски. Дорогие мои, короче, вот мы с Кристиночкой, да, присели. Я ее все уговариваю еще немного остаться со мной. Мы вместе пойдем в салон к Михаилу. Он познакомится с ней, как раз посмотрит на ее волосы. Он хочет тоже ее кардинально поменять, что-то ей поменять на голове. И тоже все это будет на Кристинном канале, все ее изменения. Я тоже хочу. Ты вот думаешь, что-нибудь светленькое или темненькое? Он не сказал, не намекнул даже. Я Мише доверяю просто. Намекнул он что-то, но я уже забыла. Посветлее, типа, чуть-чуть, да? Он говорит, ну там что-то типа смывку надо будет делать, как уйти от красного, как я поняла, мне кажется, или ошибаюсь, не знаю. Ну, короче, мне в любом случае интересно. Мне вот тоже интересно. Миша, да, он в этом смысле все молодец. Мне интересно, что он там придумает ей, как он видит, потому что он еще подбирает, ну, чтобы подходил цвет волос. Да, ну, стилист, колорист, технолог, там все на свете. И просто хороший человек. Вот, и это, и мы с Кристиной едем туда уже, но я думаю, что мы начнем отдельное видео по этому поводу, поэтому такой маленький влог, как мы с Кристинкой провели время, мы заканчиваем, и следующий влог мы уже начинаем с того, что мы едем вместе в салон, и наше преображение уже... Точнее, мое точно, Кристина, посмотрим, он сначала там посмотрит, скажет, да, и уже будут в следующих наших видео. Вот, поэтому, кто рад Кристиночку, всем Кристюша передает привет. Привет. Напоминаю, что у нее конкурс, она снимала у меня дома, потому что у нее же новый дом, да, мы ее поздравили все, мы поздравили все Кристину. Да, все, очень много, большое спасибо. Да, поздравили все Кристинку с новым домом, теперь у нас много планов, вообще там надо плитку положить, бассейн поставить, в общем, много всего, вот. Пирс и... сделать, мне там пишут, пирс не хочешь сделать? Пирс, знаете? Мост выкупим, весь этот камышовую поляну там, вот, и, короче, сейчас я думаю, за кофе, может, заехать успеем, не успеем, время там, как бы, это, не успеем, вот, ну, короче, надо что-нибудь придумать, вот, может, кофе закажем туда, ладно, подумаем. Вот, и я думаю, что мы прощаемся с вами, ссылочку на Кристин канал я оставлю под видео, обязательно заходите. Ты там можете ее там, Крис, ну давай, мы ждем. Да, второй канал, я на втором канале буду все делать. А, она будет делать все на втором канале, но ты это во влогах своих скажешь. Во влогах, да. До сих пор осталась вот эта вот штука вся. И даже Кристинкина кофточка не отмылась. Ну ничего, я собираюсь просто, я почему вот это все не стала убирать, у меня нет было салфетки, и Кристины даже не было салфетки помочь. Нет, потому что я собираюсь машину на, ну, хочу ее внутри как следует, чтобы мне ее почистили, уже и коврики поменять. Это уже все такая кондиция. Да, и чтобы оно мне мозолило глаза, понимаете же, типа, блин, усилия, вот в гости зайдут, и я постоянно, и я вот в ближайшее время прям сразу пойду, отдам, пусть мне ее хорошо помоют внутри, снаружи, вот. Поэтому мы с вами сегодня прощаемся, да, и увидимся в следующем видео. Всем пока-пока. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на нас.